В здании драмтеатра Краснодара собрались около 1000 учеников казачьих классов и кадетских корпусов со всей Кубани. Создать такую организацию, которая объединит молодежь, было инициативой главы региона. По мнению Вениамина Кондратьева, это будет хорошей площадкой для реализации проектов юных казаков. Сегодня вот такая организация, она должна быть, которая объединяет казачью молодежь. Почему? Потому что вы сегодня должны сохранить и продолжить кубанские традиции, кубанскую культуру, дух этого народа и веру. А чтобы вы это смогли сделать, значит, вы должны быть все вместе, одной большой кубанской семьей. Тогда вы будете ощущать и ответственность за свой край. Мы стремимся дать вам площадку, создав данный союз, на которой вы сможете общаться, совместно реализовывать свои проекты. Эта площадка позволит вам консолидироваться, я уже сказал, объединиться, почувствовать, что вас много, а должно быть еще больше после вас, вот на нашей земле. Кроме того, созданный молодежный союз поможет в какой-то степени перезагрузить казачество. Ведь именно сегодняшним школьникам предстоит создавать будущее Кубани, отметил Вениамин Кондратьев. Возможно, среди собравшихся в зале есть и будущий атаман казачьего войска и руководитель региона. Наша главная задача – создать хорошие условия для вашего успешного и стабильного будущего. Настало время, чтобы казачество стало современным. Это я обращаюсь к вам, к молодежи. Казачество должно стать реальной силой в нашем крае. Реальной. И не быть на попечении у бюджета, оно должно само зарабатывать. Я верю в кубанское казачество. Я верю в сильное кубанское войско. И я очень сильно верю в вас. Всего союз объединил больше 85 тысяч детей со всего региона. Все они ученики казачьих классов и кадетских корпусов. Но в скором времени вступить в эту организацию сможет любой желающий, кто разделяет традиции и нравственные основы жизни кубанского казачьего войска.